Мы в предгорьях, в горах Кавказа. Сидеть! Вот там начинаются горы. Сидеть, я сказал! Едем, ехали по направлению Нальчика. И остановились на ночлег. Команды не было. Все, только мотай за это, там привязано. Я чувствовал сидеть. Вот сейчас покажем цирк с ураганом. Сидеть. Главной роли ураган, чемпион Сибири. Не успел. Мотай. Сидеть. Мотай вокруг. Сидеть. Держи. Вот так резвятся они. Высоко как прыгает, а? У него там пружины какие мощные. Смотри, чемпион Сибири. Выше роста человеческого прыгает. А как сигает. Давай, ураган, давай! Чемпионом России будешь по прыжкам. За палкой. Давай, ураган. Догадался. Теперь таскай его за это. А ты вот эту зацепи за ту. Все, петлю, намного легче будет. Вот это вот. Подожди, вот. Петлю, зацепи. Вот так. Вот его удобнее тащить к кукурузе, не давай заходить. Умотай его, чтобы он лежал. Я в прошлый раз думал, он помер меня. Маленько, давай его слабину, чтобы... Смотрите, он пена исходит. О, пена он идет. Старается. Пена. При такой температуре лежит 40 с лишним градусов. Ураганелла. Пошел. Так, ты маленько давай ему слабину, ты чтобы отпускай, пусть он да тебя подпускает. Да какую ему слабину? Маленько, дай. Во. Ну охота победителем-то быть-то, ну еще ты так. Вон как. Это не за палку таскать, за веревочку очень удобно. Вот туда отойди еще, помахай маленький ему. Так и не дави, на нос не трогай его. Это главный аппарат, болезненный у него. Так, ладно, наверное, я у тебя...